Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас в городе Анапа. Мы находимся на проходе к морю возле паруса Селены. Пойдем на пляж, вот сзади меня арочка Селены. Зовут меня Юрий Азаровский. Найти можно также в телеграм-канале, подпишитесь, потому что YouTube могут заблокировать, и чтобы не потеряться, иметь информацию об Анапе, ну и вообще просто с нами общаться, телеграм-канал, а также ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс.Дзен, поиск по Юрию Азаровский. На Рутубе есть также Юрий Азаровский. Мы сегодня вместе с вами прогуляемся до пляжика, посмотрим, как там все выглядит, и я думаю, получим максимум информации для тех людей, кто собирается приехать в Селену отдыхать либо в парус, либо южный парус. Магазин с той стороны есть, летом кафешечки, сейчас больше ничего не имеется. Селена у нас 3 звезды, слева от Селены у нас находится Одиссея пансионат, за ним проход к морю, и здесь у нас пансионат Анапы, бывший Москва. То есть, в принципе, это у нас вся информация, которая есть на Пионерском проспекте. В ту сторону Витязева, в ту сторону GMT и Анапа. Ну, я думаю, что больше вам и добавить особо нечего. Пойдем посмотрим, как территория выглядит. Тут что-то все попадало, поломалось. Наша главная задача – это успеть на закат, потому что именно закат я хотел сегодня вместе с вами посмотреть и вам показать. Закат, Анапа, что еще нам надо. Озеленение здесь на высшем уровне, то есть все сделано очень хорошо. В принципе, мы когда приходили, тут какие-то там перестроения, что-то прокладывали, меняли, уже все это реализовано. А, вот видите, да, тут новые кабеля, что ли, растягивали. Детская площадка также на месте, ничего не изменилось. Розы подстрижены. Ну, в общем, я, конечно, не знаю, но вроде бы никаких таких особых изменений сейчас здесь не видно. Проход практически полностью готов. Там какие-то небольшие ремонтные работы, собственно, и на этом все. Если вы отдыхали в Селене, обязательно пишите, как вам тут было, красиво. И плюсы-минусы упоминайте в комментариях, чтобы люди знали. Ну, Селена... Кстати, интересно, сильно ли подорожало тоже, если вдруг бронировали, до после всех этих происшествий, которые у нас происходят в стране, будет тоже интересно вас узнать. Поддоны стоят с плиткой, это значит, что внутри, в каких-то корпусах, идут тоже ремонтные работы. Ну, собственно, на этом все. Вот воронье крутит. Но самое главное — успеть на закат, потому что мы ради него сегодня с вами здесь собрались, и надеюсь, это нас не разочарует. Поддоны стоят с плиткой, это значит, что внутри, в каких-то корпусах, идут тоже ремонтные работы. Ну, собственно, на этом все. Вот воронье крутит. Но самое главное — успеть на закат, потому что мы ради него сегодня с вами здесь собрались, и надеюсь, это нас не разочарует. Летом здесь все совершенно по-другому, потому что все, во-первых, зеленое, шелест листиков, нет ворон. Идешь, как говорится, ни о чем таком не думаешь, а тут грачи вокруг тебя вьются. В общем, Селена радует проходом. Я думаю, что не только одного меня, но и всех тех, кто здесь отдыхает любое время года. Жалко, кстати, что она не круглогодичная. Может быть, из-за того, что не имеет своего крытого бассейна. Так, на берегу моря сделали бассейн открытый, можно было поработать круглый год. Вот скажите, приятно же ходить по таким проходам, когда все чистенько, все красивенько. Идешь, и прям душа радуется. Тут, несмотря на ремонтные работы, прям чистота и красота. А мы уже подходим к выходу с территории на море. И, кстати, вот жалко, что вот у них такая тема, да, есть где помыть ноги, но только для своих. Уже пустили какую-то зацикленную воду для всех. Ух, сейчас буду врываться в сильный ветер я, походу. О, смотрите, здесь перемело дюны, все эти дорожки. Так что те, кто здесь отдыхает, я думаю, страдают немножко. Можно, конечно, вверх залезть на саму дюну, но это будет не выход. Лучше всего вот как-то так здесь ползти. Видите, сегодня по-любому, вот даже мы только что видели, девушка ходила здесь, и уже все замело. Ну и смотрим, наверное, на любимые корпусы тех, кто здесь отдыхает. Вот этот и вот этот, особенно верхние этажи с видом на море. Летом это фантастика. Ну, говорят, есть одна проблема. Не все они, конечно, рассказывают. В общем, мошкара там всякая летает. Может, я не прав? Пишите в комментариях, кто в этих корпусах отдыхает. О, смотрите, как розовый цвет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, ты идешь на море, и оно с тобой рядышком. Ребята, это фантастика. Вау. Я просто до мурашек, и песочек еще так разлетается. Ух,
И вот оно, солнце. Ай-яй-яй-яй. Привет, закат. Вот еще один повод, почему надо подписаться в телегу. То есть мы еще с вами только идем смотреть на эту красоту, а в телеграме я уже опубликовал. Ребята, посмотрите, какие дюны вокруг меня. То есть смотришь, такая красота, такие деревья просто. Высота у них, вау. И вот это, знаете, такое практически девственное поле, потому что ветер разровнялся. Это смотрится просто восхитительно. По сторонам так, ух. Я завтра буду фотографировать с утра. Фотосессия у меня намечается. И вот это все. Идут порывы ветра, и такие, как вихри, знаете, закручиваются. Смотрится это, ну, просто такой вау, картинка. Ох, хочется дышать всей грудью. Какое сегодня красивое солнышко. Вид вот закатный, это для меня, наверное, самое лучшее время для съемки видеосюжета. Жалко, что когда ты выходишь на закат, а потом очень поздно появляются эти сюжеты в сети. А так бы, вот чтобы вот так вот чух и сразу к вам, но без обработки не получится, к сожалению, большому. В общем, что, давайте про этот проход все-таки. Здесь есть мусорка, вон, ребята пьющие пиво на лавочке. Лавочки сами возле моря, они, кстати, попереворачивают. Я так понимаю, что ветром, ну, никто не мешает вам прийти и себе перевернуть какую-нибудь лавочку, чтобы на ней посидеть и посмотреть лучшее в мире действие. И вот как, ребята, спрятать лавочку за дюнами и наслаждаться от этой красоты. Ведь никуда не деться, и лучше, что можешь увидеть ты. И солнышко, лучи последних лишь согреться. Ах, какая просто фантастика. Но если я не прав, напишите об этом обязательно в комментариях, потому что будет интересно услышать вашу точку зрения. Ух, меня аж прям сносит. Здравствуй, море. Так, температурные режимы у нас. Смотрите, как метет песок. Надо будет так попробовать поймать на порыве, сделать фотографию от песка именно, уносящегося в море. Это вот расширение пляжа сейчас происходит прямо на ваших глазах. 8,8 градусов. Вот это вытрюганище, ребята, а? Температура моря плюс 6,9. Я думаю, что пора немножко полетать. Я честно думал, что квадрик вообще не справится в такой ветер, но он большой молодец. Правда, вместо заявленных 20 минут он сел за 6, но этого нам хватило, чтобы увидеть, я надеюсь, с вами всю ту красоту, которая здесь происходит. Теперь попробую еще обратно вернись. Ну что, дорогие мои, надеюсь, вам понравилось. Не зря я приехал на закат. И всем говорю, ставьте лайк, подписывайтесь в телеграм, Мориос, ВКонтакте, Юра Заровский. А, песок наелся. Меньше надо болтать, короче. Ладно, всем пока-пока. Немножко моря и спать, дорогие друзья.